Будьте любезны. Трос реагировать очень было бы сложно. 30-15. Ну так с улыбкой. Весело в бою, Даяне. Молодец, какая. Какая красота! Сделано! И здесь уже вопросов нет. Сет остается за Квитовой. Но вот здесь не папа. Здесь не папа, да, вообще. Тренером ее значится Оливье Женьо. У тебя глаза гуляют по всему стадиону. Здесь его нет. У тебя суета сейчас на корте происходит, понимаешь? Дисциплины сейчас вот в этом сете просто ноль. Ты подать не можешь. Если ты подать не можешь, значит, у тебя тараканы в голове. Да пускай стоит где угодно, ты встань и подай свою подачу. Подай первую, она со второй, конечно, тебя расстреливает, и ты ничего не сможешь сделать. Она что, думаешь, пришла здесь постоять? Она не зря такой игрок, топ-уровня. Ты вышла сюда учиться, играть с таким игроком, а не страдать на этом корте. Дисциплина, строгая дисциплина к каждому своему действию. На приеме. Она 70% подает тебе под бэкхенсу. Что в первый квадрат, что во второй. Ты стоишь, не куняешь. Ты что, готовься, быстрее, готовься. Отойди чуть-чуть, войди быстрее. Посуетись. Не надо ей забивать с первого мяча. Я сейчас не хочу забивать с первого мяча. У тебя получается такой настрой, что ты пытаешься забить с первого мяча все. Подержи ее углы, пускай она побегает. Видишь, как она села? Она длинная, высокая, и села, и сидит ниже тебя на корте. И работает, работает с каждым мячом твоим. Ей тоже непросто, но ты не даешь ей на один мяч больше, она тебя вот за счет этого и переигрывает. Потому что либо ты торопишься, либо ты еще что-то держишь. На подачу держи больше. Нет, не стала проверять. Попала все-таки Петра. Каких-то безумных скоростях. Просто безумных. Вот это прием. Да, в первом сете только она не могла держать свою подачу. И главная задача – выдержать это давление. Фантастика. Посмотри, как она расподавалась. Смотри, еще один эйс.
И излюбленная подача другой, и не могло быть. 6-2, 6-4. Петра становится полуфиналисткой турнира в Ухане. Играть будет либо с Элисон Риск, либо с Элиной Свитолиной. В шаге от главного матча турнира она поборется за выход в финал. Она, безусловно, очень талантливая теннисистка. Она очень здорово двигается. Она очень агрессивный игрок. Это, в общем-то, и моя игра тоже. Но я старалась быть более агрессивной сегодня.